Анатолий Мукасей пребывает в добром здравии, находится дома и готовится к съемкам. Представитель Светланы Дружининой прокомментировала сообщение о госпитализации ее мужа, кинооператора Анатолия Мукасея. К счастью, народный артист России пребывает в добром здравии и вскоре собирается в рабочую поездку. Как сообщила порталу Телепрограмма. Пропресс-секретарь Дружининой Оксана Семенова, примерно в середине апреля известный оператор будет в Крыму, где займется съемками продолжения фильмов «Гардемарины», «Вперед». Вчера отметили Благовещение, все замечательно. Готовимся к съемкам. Анатолий Михайлович находится дома и прекрасно себя чувствует. В больницу он не обращался, даже в поликлинику не ходил. Занят подготовкой к экспедиции в Крым для продолжения съемок «Гардемаринов», рассказала секретарь Дружининой. Напомним, ранее сообщалось, что 80-летнего Анатолия Мукасея экстренно прооперировали в одном из медицинских учреждений столицы. Якобы кинооператор попал в реанимацию из-за обострения холецистита, который в запущенных случаях может угрожать жизни. В частности, это заболевание может приводить к разрыву желчного пузыря и перитониту. Слухи о проблемах со здоровьем мужа опровергла и сама Светлана Дружинина. По словам кинорежиссера, супруг полностью здоров и продолжает работать.